Как слышно? Специалисты проверяют техническое состояние лифта на Сююмбике-11. Подъемники у жильцов востребованы. В новом доме 12 этажей. На неполадки никто не жалуется. Все хорошо работает. Детей здесь нету. Живу здесь 5 лет. Бывало, что застревал. Меня устраивает, я потому что на третьем этаже только живу. В случае чего я и пешком похожу. Поводом для усиленных проверок послужили трагедии в Москве, где из-за неисправной работы лифтового оборудования погибли люди. По словам специалиста Ильгиза Гафиатуллина, срок службы кабин в среднем 25 лет. Подъемники с максимальным сроком эксплуатации требуют особого внимания. Техническое состояние лифтов у нас, допустим, по сравнению с Заинском, я и там проверял, значит, лучше, чем в Заинске. Или лифт подлежит останавливать, или не подлежит требованию такой техрегламент. Но таких, чтобы остановить, на сегодня мы пока не выявили еще. А вот жители Корабельной 25 считают иначе. Они требуют приостановить работу лифта во избежание несчастных случаев. Старый подъемник устраивал жильцов больше. Он работал исправно и не ломался по 10 раз за день, говорят они. Вот сейчас у меня ребенок, да, только вот еще с санками, с сумками я поднимаюсь. Вот так каждый раз устала я. Со слезами даже поднимаюсь. Задыхаюсь постоянно. Нет, не работает, и все. Вот каждый раз вот такая беда у нас. Я даже гулять с ребенком не могу выйти. Вот как лифт работает, мы быстрее выходим, как на праздник бежим. Специалисты винят во всем завод-изготовитель. Татмел лифт в последнее время вызывает все больше нареканий. Некоторое время их выпускали, вот сейчас уже не выпускают, дела в уге. Но бывает, значит, у него отказы, значит, по техническому состоянию. Но конструкция дверей, значит, у него, значит, открывание дверей, дефекты есть. Вот только это могу сказать. Правда говорят, что по городу это самые плохие? Самые плохие татмеловские, да, правду говорят. В Нижнекамске порядка 1500 лифтов. За одну неделю специалисты успели проверить более 40 подъемников. В целом техника работает исправно, говорят эксперты. Серьезных нарушений они не выявили. Регина Шигапова, Лесян Саитова, эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале «Эфир».